Привет! Вы на канале Зимы Татьяны, где я рассказываю самые свежие новости о Вакин Лайф, высказываю свое мнение, а также провожу разные эксперименты и конкурсы. И чтобы не потерять мой канал, подпишитесь, пожалуйста, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить нового видео, а также можете поставить лайк после просмотра, если оно вам понравилось. Все чаще в игре меня начинают узнавать и говорить очень теплые слова. Наверное, это уже популярность. Не, ребят, я не хочу звездиться. Я очень вас люблю, обожаю. И делаю этот контент только для вас. И мне очень приятна такая отдача, когда мне говорят приятные вещи, что ваш контент прям супер, мне очень нравится. Ребят, спасибо, спасибо огромное еще раз. Давайте сегодня перейдем все-таки к новостям. А новости по превью, как вы уже поняли, у нас будут горяченькие. Но все это будет в самом конце видео, так что досмотрите его до конца. А в начале, как обычно, мы пробежимся по новиночкам, по локациям, посмотрим, что там у нас с Джином творится. А в конце, досмотрите, я вам выскажу лично свое мнение и покажу факты, которые все это подтверждают. Ну что ж, раз новости горячие, наливайте себе что-нибудь холодненькое, чтобы остудиться. И давайте начнем с новиночек доната, который у нас что? 2000 рублей. Ребят, лучше закупиться на Алиэкспресс 11-11-12 и потратить эти деньги на что-то путнее. А давайте к новинкам магазина. Ну, магазин, как обычно, радует у нас копирками. Очередные из говна и веток сапоги, какой-то непонятной текстуры, которые увеличивают ваши ноги в два раза и смотрятся как будто каменные на них. В общем, ребят, у нас такие уже вещи были, просто их взяли и опять перекрасили. Ну, вот не помню насчет вот этих туфлей, потому что, или туфель, я их не брала, поэтому без понятия, я даже не стала рыться в магазине. Крылья, помните, у нас уже были розовые и золотые. Ну, я не знаю, я крылья, конечно, покупаю для коллекции, но сейчас мне что-то даже вот жабка свои лапки тянет и говорит: «Таня, Таня, ты же их не будешь носить, нафига они тебе? Покопи лучше деньги к Новому году». Так, я сначала, кстати, не поняла, что там такое, а потом прочитала, и оказалось, что это макияж. Но вот этот сиреневенький, вот к этому образу, в принципе, вполне ничего. Ну, можно купить. Что он там? 699. Ну, такое себе. В общем, платье они решили копирку не делать, а решили немножко изменить дизайн. Ну, такие градиентные цвета и простой дизайн. Ну, я не знаю. Вот не надо. Я не хочу. Синенький цвет очень красивый. Цвет красивый. Платье говнище. Ну, что-то вот такое вот. Ну, ребят, я вам потом расскажу, почему так происходит. Так, я тоже здесь сначала не поняла, потом такая: а, это ногти. Ногти, которых вообще не видно, звездное поле. Да, там, наверное, звезды уже на небо улетели, потому и не видно ни черта. Так, ну и очередные палочки у нас к этим костюмам. Голубая и золотая, хотела сказать, но нет, не золотая. Так. Айкон, очередная копирка, которая стоит 4199. Нормальный айкон всегда стоил, ну, без скидок, 1999. Так сколько можно платьев купить от айкон за 1999 по той цене? Два платья. У вас еще останется денежка на какую-нибудь фигулинку. Так вот, зачем нам эти копирки? А позы тоже не сильно меня радуют. Ребят, вот мне не хватает, я хочу для клипов более разнообразные танцы, парные танцы, одиночные танцы, потому что я сижу просто по полчаса, ищу какой-нибудь танец, чтобы он подходил под музыку, я не могу его найти. Блин, не надо мне этих поз, не надо. Вот. Кто будет в этих позах стоять? Много ли вы видели в позах стоящих людей? Нет. Ладно, не буду бомбить. Комплекты 8 косарей. У нас, по-моему, дом блогера и какие-то инструменты, аппаратура.
Также у нас еще осталась коллекция медицинская и вот эти крылышки. Ребят, посчитайте сами, выгодно брать или невыгодно. Я не стала считать, потому что мне эти крылья вообще не нужны. Коллекция на престоле. Но у меня единственное платье есть. И то я, по-моему, когда еще нубом была, мне оно так зацепило, что я вот его так захотела и накопила на него. Остальное все я даже рассматривать не стала. Ну и все остальное старенькое. Распродажа у нас мебель. Причем эту мебель можно сделать в строительной машине. Здесь то же самое. Ну и эти машиночки. Мне вот машинки понравились, которые блестящие. Я все хожу на локации, их там присматриваю. Так, давайте. Теперь у нас появился джин. Наконец-то. И сейчас есть информация о том, что он появляется каждую пятницу по воскресенье в одной из представленных локаций. Поэтому, ребята, каждый раз вы можете его найти в какой-то из локаций, которые есть в Аваке. Но меня бесит, почему я по квестам все это получала, а сейчас это за бешеные бабки продается в магазине. Да, конечно, тем людям, кто это на квест не успел и хотел получить, это прикольно, можно за деньги, но, блин, теряется вот этот вот эксклюзив товара. И посмотрите, я не могу купить этот долбанный ковер. А почему я не могу купить ковер? У меня ковер только красный. Вот сейчас вы посмотрите. И причем они отличаются реально по цвету. Это не тот и самый ковер, хотя название такое же. И посмотрите на цены, обратите внимание. Посчитайте, по курсу у нас 3000 меняется на 1000 авакоинсов. И сколько реально стоит. Вот, видите, ковер, он красный, а там сиреневый. Почему у меня косяк с этим? Вот, и сами посчитайте, выгодно ли покупать это или невыгодно, или вообще нужны ли вам эти вещи. Вдруг они потом будут у нас просто опять в квестах. И давайте перейдем к главным новостям, которые на превьюшке, и начнем с золотого фартука. Много вопросов задают и в комментариях, и в игре, поэтому я нарыла скрин от поддержки Авака по этому вопросу. Итак, я вам скину, а вы читайте и слушайте еще заодно и меня. Нам пришлось снять золотой фартук на короткое время из-за того, что команде необходимо было выполнить некоторые исправления в фоновых системах, которые могли бы повлиять на фартук. Он должен скоро вернуться, однако у меня нет конкретной даты для того, когда это будет, долго или нет. Приношу извинения за неудобства, которые это может вызвать в то же время. Ну, это перевод корявый, но в принципе вы поняли. То есть из-за каких-то там неполадок золотой фартук на какое-то время убрали. Поэтому за рекламу мы сейчас его посмотреть просто не можем. Ну и давайте перейдем к заключительной новости, которая вас, наверное, очень сильно заинтриговала, почему же уволили 40 сотрудников Lockwood. Так вот, начну я, наверное, не с этого момента, а с того, что есть такой сайт Games Addons, где продавались за реальные баксы, то есть не рубли, а доллары, различные предметы из игры. Ну, в том числе и игровые деньги. Но продавались бы бог с ним. Возможно, бы это не сильно волновало людей. Но там стали использовать те предметы, такие, например, как значки, творческие конкурсы и другие значки, которые можно получить только каким-то игровым путем, за реальные бабки. Так вот, это очень сильно возмутило игроков. На Reddit просто был шквал вот этих жалоб по поводу того, что почему Lockwood закрывает глаза на этот сайт и ничего не делает. И я, значит, провела свое небольшое расследование. Мне просто самой стало интересно, откуда взялся этот сайт. И для начала я просто решила посмотреть этот сайт сама и столкнулась с ошибкой 1020, что означает заблокирован доступ к нежелательным пользователям. То ли я из России, то ли действительно пока сайт заблокировали на время, я не знаю. Но это легко было проверить, я взяла ссылочку и проверить сайт. Просто ввела в гугле и мне вылезла первая попавшаяся ссылка. Я ввела в строку поиска и проверки, в общем-то, этот сайт. И мне выдала информацию. Единственное, на английском языке я решила использовать переводчик.
Информации, конечно, мне немного выдало, но, по крайней мере, мы что-то можем узнать. Дата обновления у нас 25.06.21, а 25.04.21 был создан сайт. Также мы можем узнать, страна регистрации – это у нас КН, что означает Америка и Карибский бассейн по аббревиатуре, а также штат и провинция регистрации – это Чарльстон. Держите эту информацию в голове, а я вам зачитаю и поставлю скрин про увольнение сотрудников. За последние 2 недели Локвуд уволил более 40 человек. Он уволил их слишком коротким уведомлением в соответствии с законодательством Великобритании, что означает, что Локвуду, скорее всего, скоро предъявят иск. Это, скорее всего, также является причиной того, почему они делают то, что они делали последнее время с игрой. Некоторые из людей, которых уволили из их команды, были Локвудом Адамом, который работал с ними со времен PlayStation Home. По словам инсайдера, мы, вероятно, не увидим много новых товаров, и я полагаю, что мы уже начали видеть, как товары буквально перекрашивают и взимают в 5 раз больше первоначальной цены. Локвуд является материнской компанией Avakin Life. Ну и выскажу теперь сугубо свое субъективное мнение. Свое мнение можете оставить в комментариях, мы с вами порассуждаем на эту тему. Мне кажется, что данный сайт и увольнение 40 сотрудников все-таки как-то связано. Из-за многочисленных жалоб по поводу вот этого сайта, но и увольнять сотрудника, который проработал столько лет в компании, ну, как-то ребята что-то там, вероятно, натворили. Очень сильно натворили, что 40 человек просто под одну гребенку смели в раз. И так быстро. Есть у меня, конечно, еще одна новость о блогерах, но я не хочу свой канал превращать в сплетни. Если действительно вам будет интересно мое мнение об этом, то вы можете поддержать и просмотрами, и лайками. И давайте наберем 1000 просмотров и хотя бы 100 лайков. И тогда я в следующем видео выскажу свое мнение по этому поводу. А на этом видео мое подошло к концу. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И я вас люблю, обнимаю, целую. Всем пока-пока. Муа!